История Ленинградской области день за днем. События, факты, люди. Год 2003. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Ленинградская областная телекомпания, в студии Николай Визерякин. Как всегда, в начале выпуска короткие сообщения и информации наших корреспондентов. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Ленинградской области. Наибольшее количество вопросов для обсуждения, 4, представил Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды. Собравшиеся обсудили ряд экономических аспектов современного лесопользования, затрагивая при этом как саму лесозаготовку, так и использование лесного фонда области для культурно-оздоровительной, туристической и спортивной деятельности на территории региона. Были внесены изменения в областной закон о программах «Антиспид», «Сахарный диабет». Рассмотрена непростая ситуация на автомобильных дорогах области. И в заключение были обсуждены два важных вопроса, касающихся землепользования и землеустройства региона. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков предложил установить более жесткие стандарты на молоко. Как известно, сегодня в одинаковых упаковках продается цельное и восстановленное, то есть порошковое молоко, что вызывает справедливые жалобы покупателей. Если областные молокозаводы производят только натуральный продукт, то из других районов нам везут молоко восстановленное. Губернатор поручил агропромышленному комитету обратиться в Минсельхоз России с предложением упорядочить реализацию цельного, то есть натурального и восстановленного, то есть порошкового молока, и называть последнее молочным напитком. В апреле 2003 года на ферме акционерного общества «Победа», что в Ломоносовском районе, благодаря сотрудничеству с компанией «Агросоюз региона» будет отпраздновано новоселье. После реконструкции откроется молочный двор на 200 голов. И, как считают специалисты хозяйства, новая техника позволит наконец-то добиться в молочном животноводстве высоких надоев, о которых до прихода инвестора не приходилось мечтать. В 2002 году хозяйство надоело на одну фуражную корову 4800 килограмм молока. Это плюс к прошлому году более 700 килограмм. В этом году специалисты взяли обязательство, что в 2003 году они надоят 5400-5500 килограмм от фуражной коровы. Но, на мой взгляд, при нормальной и хорошей кормовой базе, при качественных кормах, с этого стада можно получить больше молока. Из поселка Агалатово поступил острый сигнал. Жители обеспокоены появлением склада топлива и постоянной ездой по центральной улице крупнотоннажных машин. Днем и ночью в городок привозят и увозят топливо. Почему в арендованном кем-то складском помещении хранится столь опасный груз, выяснить не удается. Это военный городок, и здесь всем распоряжаются военные. Но когда знаменитый на всю страну вертолетный полк был расформирован, пожарную часть тоже отсюда убрали. И теперь с чьей-то доброй руки арендаторы в 100 метрах от школы и жилых зданий устроили такой опасный склад. Эти топливозаправщики высокотоннажные. Дороги в городке не предусмотрены для такого транспорта. Они, во-первых, разбивают нам дороги. Сами они, эти топливозаправщики, они объекты повышенной опасности. Это в любой момент он может и загореться, и взорваться, и все, что хотите. И сам этот автопарк находится буквально в сотни метров от школы. Это тоже очень серьезная опасность. 15 лет прошло с тех пор, как Гатчинский детский театр «Встречи», прежде чем стать муниципальным, был хозрасчетным предприятием. Первым в Ленинградской области творческим коллективом, пустившимся в рискованное свободное плавание самоокупаемости, и единственным, объездившим с гастролями почти всю Россию. С тех пор, ставя не менее 2 премьер в сезон, театр «Встречи» не перестает радовать своих зрителей мюзиклами, праздничными представлениями, драматическими шутками и волшебными сказками.
обретая преданных поклонников и в лице подрастающего, и в лице выросшего на его спектаклях поколения. Я вижу, что взрослых бывает иногда больше, чем детей, причем взрослые приходят просто на спектакли нашего театра, что очень радует, потому что, ну, не только как бы развлечься, а чтобы получить заряд оптимизма какого-то, человеческого, жизненного оптимизма. Потому что театр, он все-таки дает надежду, дает в жизни вот тот лучик или тот путь, к которому хочется идти. В течение 10 дней в Гатчине проходил 9-й кинофестиваль «Литература и кино». За это время сотни зрителей смогли увидеть свыше 80 кинолент, побывать на творческих встречах с известными режиссерами, актерами и литераторами. Устроители подчеркивают, что Гатчинский кинофестиваль – мероприятие некоммерческое, и без поддержки областного правительства, комитета по культуре и спонсоров этот праздник кино вряд ли мог состояться. Даже в Петербурге проводить тяжело, а вы понимаете, Гатчина приглашает известных людей, артистов, режиссеров, значит, находить какие-то деньги на призы и разнообразие призов. И я могу сказать, что я могу сравнивать с фестивалями за границей. И действительно, уровень, на котором проходит фестиваль в Гатчине, он европейского качества. В эти минуты идет закрытие 9-го кинофестиваля «Литература и кино», на котором в торжественной обстановке будут объявлены победители, фильмы, экранизации литературных произведений, ставшие призерами в этом году. Красивое творение, оно красиво само по себе, даже если ты не очень-то и понимаешь его назначение. Ну а гигантский радиотелескоп, расположенный вблизи поселка Светлое Приозерского района, так и наводит на мысль, что он-то и есть российский символ 21 века. И надо бы возить сюда из дальних и ближних сел и городов области и всей страны детишек и подростков. Наверняка со временем процент доморощенных ньютонов и платонов возрастет на 50, а может быть и на все 100. Кстати, близлежащие районы это поняли. Я вам скажу, что в основном Выборгский и Приозерский район в нашей обсерватории пользуются довольно-таки часто. К нам приезжают и школьники старших классов, и младших классов на экскурсии, где мы проводим с ними экскурсии, рассказываем о том, чем мы здесь занимаемся. Вот, много вопросов интересных они задают о нашей Вселенной, нашей Солнечной системе. Вот, и я по мере... То есть интерес есть, да? Да, большой интерес. Они как бы, по завершении этих экскурсий, как правило, интересуются, а где можно, какой вуз поступить вот, для того, чтобы быть астрономом и заниматься наблюдениями с использованием вот такого сложного радиотелескопа, какой у нас здесь в нашей обсерватории. Радость от созерцания усиливается знанием того факта, что достроен телескоп Российской академии наук был в 1997 году, то есть в пору, когда все недостроенное разворовывалось, растаскивалось или порастало травою забвения. Словом, вива Российская Академия. Она сделала невозможное. И теперь обсерватория Светлая есть на всех картах мира. А таинственная и всемогущая американская НАСА подарила прибор стоимостью более чем в 1 миллион долларов для поддержания сотрудничества. Нас же привело сюда любопытство, вызванное тем, что в последние примерно полгода нас всех пугают астероидами и черными дырами, несущимися к Земле, гаснущим на глазах Солнцем и Землею, которая собирается якобы менять полюса. Как не получить информацию из первых рук? Основа для вот всяких таких беспокойств объективна. Другой вопрос, что все эти процессы бывают достаточно редко. Вот если говорить, скажем, о столкновении с Землей с малыми планетами, то это процессы, которые бывают
для больших астероидов, под большими астероидами, я понимаю, астероиды с размерами больше, чем 1 километр, они бывают раз в сотни тысяч лет, как минимум. На Земле, да, такое случалось? Такое случалось, скажем, столкновение. До сих пор считается, что, скажем, изменение полностью вообще, как сказать, фауны и флоры Земли, и тот период, когда погибли динозавры, то есть самые большие животные на Земле, связаны с столкновением Земли с астероидом большим, с размером порядка 10 километров, потому что это сразу же планетарная катастрофа. И тогда изменилось все вот за эти сотни лет, пока на Земле климат возвращался к тому состоянию, которое было в начале. Но что новое появилось вообще вот сейчас? Новое связано со следующим обстоятельством, что если, скажем, раньше столкновение Земли, если мы говорим о малых планетах, да-да, вот об этом аспекте, малые планеты, или как их часто называют, астероиды, или кометы, если раньше, скажем, столкновение Земли с астероидом, это даже с астероидным размером относительно большим, там, скажем, порядка километра или полукилометра, это касалось, это все-таки была локальная катастрофа, вот, скажем, Тунгусский метеорит, так называемый. Скорее всего, это столкновение либо с ядром кометы, либо с малой планетой. Но это произошло в месте, где не жили люди, где не было технологий. Относительно безлюдное, абсолютно, да, верно. То есть теперь Земля – это очень плотно населенная планета, и самое главное, снабженные разными технологиями. Эти технологии – опасные технологии. Это технологии, связанные с атомной энергетикой. Это технологии, связанные с мощными химическими производствами. В общем, с сотнями различных вещей, которые внутренне защищены, но, конечно, не защищены от таких, вот таких возможных влияний космических явлений. Поэтому, в принципе, это совершенно нормальное, так в теоретическом плане, совершенно нормальное ощущение какой-то потенциальной опасности. И для ученых это означает следующее, что мы вообще должны оценивать эти риски, а с другой стороны предлагать некоторые варианты, как с этими возможными опасностями бороться. В основе, в конечном итоге, лежит, мне кажется, так сказать, философская некая идея. Она состоит в том, что все-таки люди готовятся жить довольно долго. И это долго распространяется не десятки тысяч лет и даже не на сотни миллионов лет, а на миллиарды лет. Соответственно, даже в теоретическом плане необходимо обдумывать эти вещи, и даже с теоретической точки зрения ясно, что есть основания для беспокойства. Скажите, пожалуйста, а вот с практической уже теперь точки зрения, ну, скажем, вы увидели, мы говорим, чтобы не пугать зрителей, о чисто теоретической возможности, что, или вы рассчитали, что через, ну, знаю, через 10 лет в Землю может угодить астероид диаметром в 1 километр. Можно ли практически этому помешать? Можно, но только для этого нужно наблюдать его существенно раньше, чем за 10 лет, очень тщательно вычислять его орбиту, прогнозировать эту орбиту, потому что на самом деле тогда, когда вы увидели астероид, идущий к Земле, который столкнется, это целый класс астероидов называется, астероиды, сближающиеся с Землей, их меньше 1% из общего числа астероидов. Но они есть. Безусловно, мы их наблюдаем, и относительно недавно, относительно близко к Земле подходили такие астероиды, там, скажем, лет 5 тому назад они даже пролетали между Землей и Луной. Если мы говорим об астероидах, да, порядка, да, скажем, полукилометра. Да, астероиды, ну, даже трудно назвать астероидами, скажем, малые планеты размером в сотни метров, а уж тем более в десятки метров, пролетали неоднократно. И многие сталкивались с Землей. На поверхности Земли есть так называемые астроблемы, сотни таких следов совершенно явных и четких столкновений. Так вот, значит, большие астероиды нужно обнаружить как можно раньше, для того, чтобы потом общая концепция борьбы с этими астероидами, которые, возможно, столкнутся с Землей, нужно менять их орбиту. Но для того, чтобы изменить их орбиту, нужно на самом деле увидеть рано этот астероид, чтобы изменить орбиту даже, может быть, не на первом витке, а на значительно более раннем витке, который потом привел бы к столкновению с Землей. А тогда, когда мы увидели астероид сейчас, ну что это такое? Это процессы, происходящие, ну, от месяца до нескольких дней. Понятно. Ясно, что здесь бороться не с чем. Здесь просто нужно ожидать неприятностей. Да. Скажите, а насколько сейчас возможности ученых велики по части вот глубины просчета и расчета этих орбит? Ну, вот в этом смысле, конечно, колоссальный совершенно потенциал у науки и у мировой в целом, и у российской в частности. Значит, великолепные построенные теории движения малых планет, которые являются компонентой общей теории движения больших планет Солнечной системы. Это наиболее точная теория вообще, наиболее точная физическая теория вообще существующая. Даже более точная, чем любая фундаментальная. Но не менее точная, чем, скажем, такие фундаментальные теории, как квантовая механика и, скажем, общая теория относительности. Значит, вторая часть – это наблюдение.
Значит, их нужно наблюдать. Значит, сейчас существуют международные службы по наблюдениям больших, малых планет. Очень активны в этом отношении американцы, которые ведут регулярные наблюдения. Кстати, подавляющее большинство вот таких астероидов, сближающих с Землей, есть так называемая космическая стража, такая международная структура, которая в основном опирается на инструменты, находящиеся на территории Соединенных Штатов и Японии. Так вот, эти две страны, Соединенные Штаты и Япония, последние годы открывают, по-моему, 90-95% вообще малых планет и практически 100% астероидов, сближающих с Землей. Вот в частности, те, которые больше всего пугали, так сказать, публику вот в последние там полгода. Да, так, в основном, да. Так что есть очень мощные мировые средства для наблюдения. К сожалению, в России их, к сожалению, нет в таком объеме, как есть, скажем, в Соединенных Штатах Америки и в Японии. Есть безупречные, очень мощные и очень точные средства вычисления. И вот в этой части Россия находится на одном уровне с Соединенными Штатами Америки. Это, по сути, два центра, которые безупречно вычисляют орбиты малых планет, два мировых центра, сравнивают друг с другом. Но вот в частности, отражением этого обстоятельства является то, что именно Россия выпускает эфемериды малых планет, то есть сводный каталог всех астероидов. То есть мы тоже здесь не в хвосте мировой астрономической науки? Пока не в хвосте, так скажем. Пока это многообещающе звучит. Многообещающе, потому что это относится ко всему, вообще к общему уровню науки. Ясно, что есть разделы, которые сейчас на очень хорошем уровне, но если они не будут поддерживаться, то они спустятся на более низкие, а потом, в конце концов, исчезнут навсегда. Но об этом мы чуть позже поговорим. Mm-hmm. Так, первый вопрос вы прояснили, и уже теперь уточним и еще раз подчеркнем, что в ближайшее, в обозримом будущем нам опасность пока не угрожает. А что такое обозримое будущее? Ну, ближайшие, скажем, 5-10 лет, это так, это можно совершенно однозначно сказать. А ближайшие, скажем, десятки лет, уже однозначности нет. Это а ближайшие вопрос. 100 лет, это просто неверно. Мы обязательно столкнемся, скажем, в ближайшие пару сотен лет с этим феноменом, с которым нужно будет бороться или принять его уже как бы со всей ответственностью. Причем, я думаю, если говорить, наверное, о борьбе, то здесь... Вот землянам-то придется уже, наверное, как-то объединять усилия, я так полагаю. Это 100% обязательно. И ресурсы. Конечно, это объединенные усилия, потому что это не технически, не экономически одной стране не поднять. А кроме того, даже идеологически это не сделать. Нужно соединение очень многих вещей, начиная от очень глубокой небесно-механических теорий, кончая очень сильными технологиями, которые, как правило, находятся в области или находились в области военно-промышленной. Комплекса. Да, и вот оттуда нужно их извлекать, приспосабливать и использовать. Понятно. Ну, и я так полагаю, что это, видимо, все-таки будет связано в теоретическом плане, не дай бог, конечно, но, видимо, используем каких-то ракетных бомбардировок вот этих, ну, чтобы отклонить на самой ранней стадии этот астероид. Может быть, это даже не так страшно, но суть, конечно, в основе такова, что нужно изменить его орбиту. Иногда это делается, чем дальше, тем все средства все более и более мягкие, потому что у вас есть возможность разобраться с этим вопросом более, так сказать, время больше. И тогда совсем не нужно такими дикими средствами, как, скажем, ракетами, там, ядерными взрывами и так далее. Когда близко, то, видимо, это единственный способ.